каждой улице у нас такая грязюка. И машины, посмотрите, как ставят. Потому что посередине прям. Я рада, что я приехала на дом. Все-таки на улице вставила машину. Летит машина. Знаете, что я вам хочу сказать? Что здесь, вот где пятачок, здесь, видимо, какая-то остановка была. Смотрите, такие штуки, как будто вот залиты. Здесь была остановка, видимо, автобусная. На этом месте. Ну, это мне так кажется. Здесь немножко тоже ручьи. Я смотрю, вода стекает. Видите, она сейчас будет стекать на этот участок к нам по улице, что ли? Угу. И я что буду? Нету, тут еще сухо. Вот машина моя будет стоять, а я пошла. На каждой улице у нас там вот такой забор, видите, у нас был супер, супер забор. А вот хорошие камушки, видите? Да, идем. Вон вода стоит где? У соседей. На улице. Откуда она идет? От соседа тает сюда, что ли? И здесь. А здесь у нас нормально. Вот мне радость. Видите, здесь повыше как-то сделали или что? У нас вот здесь вот ниже. Видите, но нет воды. Мне так нравится. Калитку надо срочно делать, чтобы был свой вход через свою калитку. Ну что, снега совсем немножко. Осталось. Я вот хочу куда-то вот эту кучу переложить с этими досочками. И вопрос, куда? Где же, не знаю, может вот там, где эти бочки, ну, поставить, положить аккуратненько. Ну, типа вон как у соседей, видите, там лежат дрова. А чего я срочно прилетела? Я приехала розы раскрыть. Рододендрон этот свой. Потому что у нас тепло. Сестра сказала, что у нее уже припарились даже вчера. Одна роза. И вон у соседки, я смотрю, вон ветки лежат. Она уже, видимо, сегодня была. Все раскрыла. Такие дела. А я так рада, так рада. Я взяла свой инструмент положить сюда. И сейчас раскрою, наверное, эти деревья тоже, если успею. Успею. Пора уже деревья было сегодня и покрасить. Люди сегодня побелили, нормальные люди, деревья. А мы нет. Может, соседка побелила? Нет. Соседка не белила. Соседка побелила деревья. Да. Это же побелен сад у соседки. Это же явно не старый, да? Дерево вот одно белое, вон второе там. Молодец, соседка. Приличная у меня соседка. Мы неприличные, мы сегодня ничего не делали. Мы сегодня уборкой занимались, на тренировку ребенка свозили. Ладно, все, хватит болтать, пошла делать. Ну что, делов-то куча. Смотрите, деревья я все разобрала. Все они, в принципе, пережили. Знаете, чего я не вижу? Я не вижу, вот это ива кучерявая, я не вижу второй ивы. А, вон она маленькая. Может, она там загнулась. Вот она совсем маленькая. Вот. Видите, какая-то такая. Ну, ничего. Вот голубика у меня. И здесь тоже кустик голубики. О, видите, грызли эти веточки. И вот это факт налицо. Это делали зайчики. Но хуже всего, я вам расскажу другое. Я взяла грабли, видите, пограбила. Вот здесь у меня тюльпаны ждем, да? Сортовые тюльпаны. Вот это, видите, это кокешки. И сейчас вот там тюльпанчики, видите, эти кокешки. Ну, это уже не факт налицо. Вот здесь тоже тюльпаны нарциссы. И тоже замечены такие же горошинки. Видите, там их много. Вот они, нарциссы там вылезли под деревья. Я садила под два дерева. А я наткнулась вот на сколько. Посмотрите. Нормально тут они обитали, правда? Короче, это походу заяц. Я так не видела никогда, но я предполагаю. Судя по тому, как кролики делают, то это заяц. Вот, все деревья я размотала. Все вполне нормально. Я что я сделала? Завязала вот эту ветку, как мне папа говорил. Вот, видите? Ой, и вот я вам хочу сказать, что не зря мы укутываем свои веточки от зайчиков. Потому что
Видите, в голубику они поели даже. Ну, вот здесь у меня цветочки все повылазят. И вот я взяла граблю, вот такие легкие, видите. И я понимаю, что надо вот так вот, две вот эти грядки освободить сейчас. Потому что пока ничего там не выросло, верхнюю часть можно убрать. И вот точно так же я на петрушке грабельками пограбила. Да, потом машину садится. Слышно просто, ну, свою. Ну и вот занесла на эту же кучу, как приличная моя соседка, елки. Она в кучу сложила палить. Ну и мы также положили, видите. Так что супер, я рада, что я здесь. Сейчас попробую пограбить и поеду домой. Ветра нет, погода супер. Даже соседей нет, можно снимать хоть стримы. Смотрите, я же в майке, вот как дома ходила, да, в майке наверх ходила куртку и вот такая. Мне не холодно, очень даже тепло. Вот такие дела. Работаю и наслаждаюсь. И честно так получаю удовольствие от этого. Не знаю, мне кажется, мой муж вообще не кайфует, как я здесь кайфую. А, знаете, что еще? Это же вот стоит песочница. Может, у кого какие соображения будут? Вот это белое сделал Ваня песочницу. Во влоге видно было. Я вообще изначально хотела вот здесь сделать вот здесь вот. Вот здесь. Получается, между деревьев, да, сделать детскую площадку такую, чтобы можно было с кухни вот с этой вот, вот с этой двери выйти. И прям напротив, сейчас покажу, как напротив. Вот я стою, вот дверь у меня сзади, да, вот ровненько я стою. Сейчас я вам переключу, покажу, где эта площадка. Вот, я переключила ровненько, и вот она площадка. Я вот так бы сделала здесь лавочку, песочницу. Она уже готова. Вот еще раз она стоит, белая покрашена. Завезла бы песка, и здесь бы играл Прохор. Ой, Прохор Семен. Да и Прохор еще полазил бы хотя бы временно. Вот здесь ребенок бы играл. Здесь мы делаем шашлыки. Раньше у нас здесь вот доски лежали, которые мы подняли на второй этаж. Вот. Так что и здесь солнышко. Потом оно переходит. Здесь не так жарко. Ну, вот как-то так. Я бы здесь детей определила бы. Но Ваня как-то говорит, надо вот как-то там, наверное. А там, блин, солнце палящее потом. Вот. Ну, временно можно хоть вот здесь, понимаете? А что-то я вот хочу вот там. Как-то мне так вот по душе. Ну, дрова вот эти, не знаю, куда переложить, которые в спальне под окошком. Может быть, вот туда. Может, как-то кто-то по-другому видит участок мой. Я потому что временно, потому что вот здесь почти уровень. Сюда надо пару машин земли все-таки нам. И здесь бы мы уже подровняли все такие ровненько. И сделали какие-то посадки, пересадки деревьев, кустов, которые у нас вот здесь вот сидят все в куче. Вот, которые нам пришлось пересадить. От забора что-то убрать. Вот. Такие вот дела. Поэтому не знаю, куда эти дрова перетащить. А перетащить мне их нужно. И тогда просто вот под этим окном у меня тоже по плану здесь должна быть клумба. Вот под этим окном. Но для этого, ну то есть для отмостки, да, отступить нужно расстояние. Но вот хочется куда-то вот эти дрова убрать. Вот, чтобы они не лежали возле дома. И, соответственно, здесь как-то навести вот в этой части такой уютненький для себя уголок. Может, потом и захочется песочницу прямо вот здесь ставить. Не знаю, как бассейн у нас здесь стоял. Чтобы за домом детки играли. И там соседи не видели. Но мне нравится, что там песочница. Здесь, например, бассейн. Потому что без песочницы в бассейн этот маленький. Тогда не набросает Семен песка. Не сделает каши. Ну и, соответственно, дети переходят. В разных местах у них есть место для игр. Ладно, пойду я клубничкой заниматься. Ну что, вот так вот я немножко освободила эти грядочки. Мне кажется, хуже я не сделала. Немножко дала им жизни, воздуха, света, чтобы эти листья не занимали место. А вон туда все снесла. Знаете, что я хочу вам сказать, что я пока это делала, я понимаю, что ровно год назад мы с Семеном в эти дни
ходили здесь, гуляли на фундаменте по всей этой деревне, в масках, в перчатке тогда еще начали носить люди. Я даже есть видео ставлю вам, где... О, эту штуку надо еще занести. Где в то время Ваня лежал в реанимации у меня с коронавирусом, с ковидом, в тяжелом состоянии. А я одна здесь ходила с Семеном, приезжала здесь с ним гулять, смотрела с грустью на те поддоны блоков, которые здесь стояли. Часть я увидела, видите как? Смотрите, в этой части увидела, как перезимовал забор. Везде так и ничего, вот здесь как-то вот так вот выгнулся лист. Наверное, надо, может быть, прикручивать его или что. Ну, вот она, вот эта часть, видите? Вот. От ветра, наверное. Короче, так вот. Так вот, вспоминается, как я здесь горевала, и тогда столько мыслей было, да? Как про Ваню, про эти блоки, что здесь вот стояли, дома еще не было. Только завезли первую часть блоков, и Ваня мой с ковидом лежал в реанимации. Так что непонятная такая была ситуация. Ну, кто был со мной, наверное, это помнит. Так что слава Богу, спасибо Богу, Вселенной, медикам, что все обошлось, и Ваня с нами. Ну, все, на этом я прощаюсь. Всем хороших выходных. Хорошей недели следующей, хорошей погоды, вот, весеннего настроения, небо красивое. А я поеду домой к своим. Всем пока!